Лондонский дождь, воздушное платье, утро четверга. Катя Парфенова, которую вы наверняка помните по советскому фильму «Выше радуги», бежит отдать свой голос за Евросоюз. Я проголосовала, очень волновалась, до сих пор волнуюсь. Мне прям, ну что, событие очень важное. Референдум – это референдум. Получившая 13 лет назад британский паспорт, она типичный представитель мультинациональной палитры новых граждан Соединенного Королевства.